Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис. Как часто вы водите копчу и как часто вас достает рекопча? Смотрите, вот такая вот ситуация, что робот, нужно отметить, что вы не робот, это рекопча. Вы нажимаете, и тут вам что-то нужно ввести. То есть на данный момент я пользуюсь одним приложением, которое мне очень помогает. Смотрим, что происходит. Приложение работает само по себе. То есть иногда это медленно происходит, но тем не менее это помогает. Помогает в работе. Если иногда подвисает, можно еще раз нажать. И оно сделает все за вас. Ведет слова, ведет все, верифицирует. И после этого вам только нужно будет нажать логин. Если кому-то понравилась вот такая вот затея, ссылочку на это расширение, причем это расширение не только для Google, но и для остальных браузеров есть. Ссылку на расширение вы найдете под этим видео. Всем привет!